Нехватка воды при стремительно растущем количестве домов. С такой проблемой столкнулась деревня Чандрово, которая вошла в черту Чебоксар. И в последние годы переживает строительный бум. Изменить ситуацию должен водопровод. Его строительство началось в рамках федерального проекта «Чистая вода». Чандрово – деревня в Чебоксарском городском округе. Место привлекательное. До центра столицы на машине отсюда максимум полчаса, так что за последние годы количество домов тут выросло. И две существующие скважины больше не справляются. У нас деревня-то не по ровной поверхности проходит, и по наклонной, и куда-то, когда все начинают использовать, все идет в одном направлении, а до нас, вот на нашей улице, ее практически не бывает, и крайне сложно по выходным. Все дома, стирки, варка, уборка, а воды нет. Приходится иногда идти к соседям, у кого есть колодцы. Проблема нехватки питьевой воды решит водопровод. Строительство уже началось. Схема такая. Сначала увеличивают проходную способность труб, которые идут от повысительной насосной станции водоканала в северо-западном районе Чебоксар, чтобы через них мог проходить больший объем воды с расчетом на новых абонентов. На данный момент у нас выполняются работы на одном из самых сложных участков. На сегодняшний день у нас уложено порядка 250 метров стальной трубы диаметром 630. Трубы увеличенного диаметра проложат до распределительной камеры. Это порядка 400 метров. Параллельно с этим процессом начинается прокладка самого водопровода в Чандрово. Он пойдет вдоль трассы М7. Закончить работы должны к началу следующего лета. В общей сложности по программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология» на строительство и ремонт систем водоснабжения в республике до 2024 года потратят 2 200 миллионов рублей. На эти средства предусматривается строительство около 317 километров водопроводных сетей и более 20 объектов. Среди острых проблем, которые должны решиться благодаря программе, к примеру, неудовлетворительное качество воды в селе Порецкое. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.